я решил своим друзьям, своим партнерам по бизнесу, своим знакомым сделать вот такой оригинальный подарок. Потому что то, что я вижу сейчас, это что больше всего людям не хватает. Людям в этой жизни на самом деле не хватает ни денег, ни внимания, ни чего-то другого. Людям не хватает обычного, простого позитива. Не хватает силы воли настроиться на то, чтобы видеть в этой жизни и радоваться простым вещам, те, которые окружают нас. И поэтому вот такой оригинальный стульчик, который называется «Подзарядка позитивом». Здесь написано «Подзарядка позитивом». И с одной стороны есть плюс, как батарейки, с другой есть минус. И поэтому для того, чтобы подзарядиться позитивом, тем, у кого будет такой стульчик, им достаточно всего лишь на несколько минут в день сесть на такой стульчик и немного посвятить времени себе, своим мыслям, своим мечтам, желаниям и задуматься о том, что, почему так что-то происходит в жизни или что-то не происходит, что-то не приходит в жизнь, чего-то случается или не случается. И просто посидеть на таком маленьком необычном стульчике ручной работы, сделанной мной лично, и задуматься о простых вещах этой жизни. И может быть, сидя на этом стульчике и создавая в голове какие-то свои образы, мечты, вы подзарядитесь одновременно и позитивом. Может быть, вам придут какие-то необычные идеи для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому вот такой оригинальный подарок ручной работы, подзаряженный позитивом, лично от меня. Вот такие прикольные стульчики получаются на самом деле из самого подручного материала. Вот это все, что лежит перед вами, это все остатки и обрезки после завершения стройки. Поэтому сам стульчик делаем с обычных простых досок, причем неровной формы. Это обрезки те, которые не смогли пойти в дело, не смогли пойти ни на крышу, ни на полочки, ни на что другое. Вот такие обрезки досок. Вот это обрезки обычных деревянных балок необработанных. И сейчас перед вами я сделаю несколько составляющих стульчика, чтобы вы увидели, насколько это просто. На самом деле, дорогие друзья, запомните, что оно заряжено позитивной энергией от меня. Потому что я сейчас вкладываю свое настроение, свою душу, свое умение, насколько возможно, владение инструментом, для того, чтобы сделать с обычных обрезков, с обычного то, что обычно люди выкидывают на дрова, сделать вот такое небольшое, извините за скромность, произведение искусства. Поэтому начинаем. Обычная досточка. Мы ее просто сейчас отточим. Вдохновение в любом деле, смотрите, я эти стульчики делаю без всяких предварительных чертежей, пометок, просто приблизительно расставляю его запчасти и ориентируюсь уже, что как будет выглядеть прямо на месте. Так, расставил на конструкцию ножки и саморезы наугад в то же место. Поэтому
самом деле этим и отличается. Творческая работа, когда надо просто вдохновение от обычного серийного производства. Поэтому эти изделия на самом деле заряжены позитивом человека, делающего ей. Потому что так просто это нельзя делать. Тут обязательно должно присутствовать вдохновение. Поэтому все изделия ручной работы на самом деле имеют и ценность больше, и они несут в себе позитив человека, сделавшего ей. Потому что такое можно делать только в хорошем настроении. Mm-hmm.
И я думал, откуда же человек может подзаряжаться позитивом, если ему не хватает. И таким образом с этим стульчиком получается плюс-минус как батарейки. Вы садитесь своими обеими половинками и, насколько возможно, сидите и подзаряжаетесь позитивом.